отлично, да? Сегодня суббота, народу много будет на озере, погода отличная, народ не успел покупаться в этом году еще вдоволь, по крайней мере я ни разу еще не купался, кстати, прямо и погоды не было, да и вода не очень чистая. Держите мопед мой. Ну, что? Так вы не сплоченно работаете, блин. Молодцы, спасли. Ну вот, Жека присоединился. Сейчас еще Димона подхватим под мостом. Ну, попрем. Так, бачков. Хреновый. Женька, он как-то умудрился на ходу одеть. Сошли, мальчик. Оп, хорошо. Водички прибавилось порядочно за эти дожди. Дима? Да мокрое и все. Молодец, да здравствует мама. Да не снимай. Ребята, это не двухтапник. Это Дима опять обкатал поршневую свою хорошо. Дима-то, Кристин, пересекаешь бордюры. Нормально все, вылезешь? Нет. Ой, блядь! Нормально. Бля, как травами пахнет, хорошо, ё-моё. Блин, я прямо упал в какие-то... Нет. Это запах такой мощный. Блин, да. Блядь, чудо-трава какая-то. Ну да, да. Едь по прямо по колее. Нормальные шиндуристы не поедут в грязь. Ой. Ha ha ha!
Что там? Что там? Улетел Димон, да? Блядь, я забыл! Как я пропустил такой кадр? Открутилось, как ты? А ты не заметил, что ты сиденье потерял? Нет! Устал, блядь, на почках! Танец он да, это было, наверное, красиво! Не ожидал он такой херни! Вот так! Да! Да, Дима! Ну, Дима! Ну ты вообще выдаешь! Народу больше обычно. Да, нет, да? Нет, там другой пляж был. Да? Ну да, это другой, он дальше. Боты не порти! Жека, блядь. Что ты там? Что-то Димоний там тоже упал, блин, опять сиденье потерял. Что вы тут вытворяете? Цель уже, подпидел. Ага. Подпидел. Что-то, Дима, отваливается. Конечно. Банька. О, люкс. На, садись. А твой грязный, смотри, потом отряхнись хорошо. До этого я прям вообще никак не пачкалась, по-моему. О, все, ладно. Мы предупреждали. Это да, да, давай. Все, удачи вам, счастья вам. Спасибо большое. Ребятки. До свидания. Поехали с вами. Да грязно, сейчас будешь вообще грязный. Сколько бизма. Оп, стоп, стоп, стоп. Слышь, опять в колею попала. Ну вот в колею, я ж вижу. Заехала, поэтому стала из колеи выезжать и соскользила. Ну да, не видно. Таким надо быть готовым, конечно. Даженька. Гаску, гаску, гаску. Стоп, все. Дорожку не катали, наедали. Смирался в тебе, да? Да, да.
Дальше. Поперлись. Ну а стартанешь ты тут на столба? Да, да, так мы стартанем сейчас столба. Ну, готов. Реке Госума. Не река, это водохранилище. А? На этой реке, да? Ну, там только проголодался. Водохранилище. Пченица. Грибов не набрали? Грибов нету, да. Жень! А? Неси с подножек горох. Я жарить буду. Так, пойду тоже умоюсь. Ритуальное омовение. Ой! Все, пришел! Привет! Ой, бля! Скользишь? Все. Ёлы-палы! Бля, я без экипа. Так опасно здесь я заэндурил. Здесь-то глубоко, но я не пойду машину. И сюда вот стекает. Ну вот, искупались, будем считать. Сейчас двинем на мамонта. Так, теперь же надо еще подняться по этому крутому подъему. Ха. Ха.
Вода теплая, скажу. Может, сюда пойдем? Ну, вот пойдем. А штаны, значит, не хотелось бы мне. Скажем так, место интересное. Блин, а теперь скользко. А как же теперь взбираться? Ну-ка, зацеп. Зацеп есть. Да, я видел, на тебя посмотрел, и мне расхотелось купаться. Да. Я всегда эмоционально купаюсь. Молодец. А, ты заморал такой? Да. Ну, кушать на характер. Кроме Саши. Отлично, Константин. Отлично, Николай. Да, именно так. Именно я вот так и подумал про зацеп. Зацеп слабый, резина. Да, резина, что зря, дорожная. Слики, бля. Как бы тут ни было хорошо, нам придется с этими прекрасными. Остаемся, друзья! Да. Штаны, блин. Первый хрен ты! Не зашел! Люди, он грибы собирает. Симулирую. Молодец! Дубль 2. Барьеры, блин.
подъезды Брянского мама. Не все решаются поехать вниз, потому что в случае дождя они вряд ли выберутся назад. Здравствуйте, и вам также. А? Я не знаю, но мы там он останавливались. Да. Ну а что там дальше местечко можем найти? А едешь наверх туда, на раскопку? Я не уверена, Олег, это не то. Ну да. Ну и я про то же. Ну я вот так подумал, побыть на фестивале и не отметиться там где-нибудь в центре. Это было недопустимо с моей стороны. Подойдем сейчас к сцене, посмотрим. Что там творится? Правильно, это правильная штука. Ну так, интересная прям. Опа! Скользко, сука. Буксует, не хочет. Я молодцы. А что вы оттуда торпанули? Здравствуйте! Все заново. Обалдеть! Ну, хоть увидели, а то приезжаем третий год. Да. Все, то уже нет, увезли. Да, вот это да, настоящий, блин. Вот это круто. А он упал, как-то лежит, а теперь где-то. Здесь все разбросано. Возможно, здесь было даже какое-то жилище, но не из костей, как, допустим, люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Круто. Безводная лопатка, например, вот это вот справа такое более красноватое, там череп был, он просто разложился. Вот здесь кремень, вот здесь вот, ну правда уже не там, но такой уровень чуть повыше получается. Была найдена вот эта фигурка Венера, которая на сайте Института археологии размещена, можете посмотреть. В том так углу была найдена фигурка из мела сделана. Не он тут завалился, а тут ложился, да? Да. Кто-то его съел. Все, всего доброго. Да, простите, что побеспокоили. Хоть увидели действительно кости настоящих мамонтов.
А то до дома не доедем. Да, да. Все, спокойнее. Еще один, блядь. Туда же, в эту дырку. Ага, еще один, блядь. Ну прям таким. Правее, Тоха, правее бери, правее. Правее. О, отлично, прошу. Вот хорошо, прошел доску же пробить. Да, ты такой света нет, так что надо спалить домой. Что-то со светом, бля, все работало, все сделал. Ну поехали. И вот уже вечереет, фара у меня не работает, съемки, пожалуй, на этом завершим. Бля, стой! Давай, подтолкни. Что? А, ну да.